Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем в горах местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем 4-9 со знаком плюс, местами до плюс 14. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3 градуса. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 7. Магистрантка КЧГУ имени Умара Алиева Фарида Лайпанова выиграла грант на Северокавказском молодежном форуме «Машук» со своим проектом «Школа креативного мышления». И в эти минуты в нашей студии грантообладатель «Машука» расскажет моей соведущей Бели Джазаевой о том, чем обусловлен выбор данной темы, какова его цель и когда она приступит к реализации своего проекта. Доброе утро всем. Доброе утро, Фарида. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты приехала сегодня к нам в гости. Ты приехала к нам в гости из Карачаевска. Ты магистрантка КЧГУ. Но поводом для нашей встречи стало то, что ты на Северокавказском молодежном форуме «Машук» выиграла грант. Вернее, твой проект выиграл грант «Школа креативного мышления». Чем обусловлен выбор этой темы? И вот несколько слов о своем проекте расскажи. Я знаю, что ты экономист. А «Школа креативного мышления» что общего имеет с экономикой? 3 года из 4, пока я обучалась в университете, я была председателем студенческого самоуправления. И получается, мы занимались общественной деятельностью, реализовывали какие-то проекты, организовывали мероприятия и... Вроде бы были инициативные люди, которые хотят там участвовать, менять что-то, но что-то мешало им реализовывать, получается, какие-то проекты. И мы провели опрос у студенчества Карачаевска, что вам мешает реализовывать проекты, на что 30% ответили, что им не хватает финансовых ресурсов, 20%, что им как раз-таки мешает такой ресурс, как лень, 5%, что им ничего не мешает, и они уже реализовывают, и 40%, что им мешает отсутствие идей, получается, новых идей. Следовательно, мы решили предложить вот такой вот проект, школу, благодаря которой можно развить креативное мышление и придумывать новые идеи. Я знаю, что ты не первый год участвуешь в «Машуке». Да, это уже 3-й год. Дважды я была с проектом, и это уже... Первая победа. Нет, это вторая уже победа. Я знаю, что к реализации вот нынешнего проекта ты будешь приступать в марте следующего года, так? Пока очень трудно сказать, потому что ситуация крайне... непонятная. Да, поэтому будем надеяться, что так, весной будем уже реализовывать этот проект. Вот основную цель этого проекта ты как видишь? Вот какой ты ее видишь? Мы хотим прокачать молодежь Карачаевска, получается. Это основная цель – организовать вот курсы, благодаря которым можно прокачать такой навык, как креативное мышление, который пригодится... Сделать их более свободными, креативными. Да. Это основная цель? Да, получается, да. Ну что ж, я, например, считаю, что сейчас молодежь и так креативная, и так она, как сказать, такая свободная. Но, тем не менее, я думаю, что это тоже кому-то пригодится. И я желаю, чтобы ты реализовала свой проект. И поздравляю с грантом. Спасибо тебе. Спасибо. Удачи. Спасибо. Наш телевизионный эфир в 9:00 продолжит программы черкесской редакции. А следующий выпуск вестей с Ашимезом Пхешховым смотрите в 14:30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Скидки? До 80%? Да! Распродажа в 585 золотой. Украшения со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. Биберленд. Миру сыр.
В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Безопасное лечение катаракты в клинике 3Z. Пройдите диагностику и сделайте операцию всего за один визит. До конца зимы диагностика перед операцией бесплатна. В клинике действуют строгие меры профилактики коронавируса. Запись по телефону 8 800 333 41 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.